Всем привет! Случился интересный бой в турнире. New objective. Турнир сейчас у нас идет как за каменной стеной. Турнир, ну не знаю, на любителя. Я хожу, играю, мне нравится. Вот. Суть турнира, я думаю, все знают. Компьютер, ваш союзник, возвел оборонительное сооружение, оборонительную линию. Вот она вас защищает. Защищает от наземной техники и от авиации. Вот. Здесь имеются спорные ящики на нейтральной территории. Вот. Если их ухватить, так скажем, то они очень сильно вам помогут в развитии. Вот. Здесь у меня, значит, получилось взять два ящика. Сейчас попытаюсь взять третий вот здесь. Вот, пытаюсь брать третий. Беру. У меня получается. И здесь вот имеется четвертый ящик. Вот здесь. Сейчас посмотрим. Попробую я его взять. Получится у меня или нет. Смотрим. Подхожу. Да. И у меня получилось первым нажать. Я забрал ящик. И, соответственно, беру ящики, которые здесь. На моей половине. Со стороны оппонента тоже идет оборонительная линия. И, как уже, наверное, все знают, сразу все начинают ударяться очень сильно в развитие. Идет жесткое развитие. Так, перемотаем, здесь ничего интересного. Ну, каждый как бы играет, наверное, по-своему в этот турнир. У меня тактика простая. Выходим в третий штаб, делаем одного кречета на разведку. Вот, ставлю авиазавод. Делаем кречета на разведку. И разведываем оппонента, что у него, смотрим. Вот, и, соответственно, выходим в Егохам. Чем быстрее выйдем, тем лучше. Прожимаем, соответственно, золотые бусты. У меня в основном идет снабжение золотое и тройка. Голд-стройка. Так вот, лечу, значит, я на разведку. Смотрим, что у оппонента. И смотрим, он только выходит в авиацию. То есть оппонент не торопится. Не знаю, может быть, без бустов играл. Вот. Что я здесь делаю? Выхожу в четвертый штаб. Четвертый штаб обязательно. Давайте на пятерочку, чтобы еще быстрее. Тут ничего интересного, одно развитие. Вот. Так, у меня, значит, апы заводы. Четвертый штаб. Достроил еще одну ЦС-очку. Играю на 6 ЦС. Самый оптимальный вариантик такой. Так, вот здесь летит разведка от оппонента. Да, и вот она погибает. Погибла разведка. Ну, увидел он у меня, что я готовлю все ГХАМ. Вот. И сейчас я полечу тоже разведывать. Так. Все, с двух заводов у меня пошел готовиться отряд ГХАМа. Ставлю третий завод ЗШН. Чтобы прям полным ходом у меня тут все кипело, парило. Так, лечу, значит, на разведку. Смотрим, что у оппонента на базе происходит. Вот здесь я сейчас его конкретно разведаю побольше. Так, видим. Что мы здесь видим? Оппонент свои войска скапливает в этой точке, на этой стороне базы. Вот. Видим два завода молотов. Три завода молотов. Так, третий штаб, по-моему, третий. И самолетики два вертекса. Так, ну, поехали дальше. Разведали, узнали. То есть не зря скоплю войска с этой стороны, как бы, и нападать буду с этой стороны. Готовлю еще один вертекс. Ой, этот кречет для разведки. Так, и все. Идет набор отряда полным ходом.
Вот один отряд у меня готов. Иду нападать. Ну, смотрим, что получится. Пытаюсь, значит, пробить линию обороны. На троечку. Ничего интересного. Вот. Аккуратненько подхожу. Накрывают меня здесь пушки. Засветился. Вот. И отхожу назад. Хамелеоны разрядились. Рисковать не стал. Отошел, значит, назад. Здесь у меня уже готовится второй отряд. Вот. Жду, когда хамелеоны зарядятся. Так, тут я чего-то полетел. Не знаю зачем. Вернулся назад. Наверное, что-то показалось мне. Так, и вот здесь разведывал я его. Не успел показать. Войска у него стоят опять здесь же. Вот, то есть он видел, что я иду с этой стороны. Он все равно войска оставил там. Вот. Здесь у меня еще один отряд готовится. Наверное, все-таки он думал, что я хотел его перехитрить и оставил войска на месте. Потому что я отступил. Так, вот здесь у меня дозаказ. Все, я опять иду в наступление. Так, смотрим. Прорываюсь. Ну, думаю, сейчас куча молотов ко мне как прилетит. И все. У меня здесь будет просто крышка. Отряд у меня небольшой. Вот. Здесь пехота прибежала. Ну, думаю, что-то молоты не едут. Думаю, как так-то? Я уже у него на базе. И смотрим, что происходит. А молоты едут отсюда. Я, конечно, был маленько в шоке. Я не успел вовремя все это дело включить, как бы, да? Мне бы, конечно, войска-то вот здесь бы расставить. Вот. За линией обороны. А я вот как-то вперед их выставил, не знаю почему. Вот. Ну и смотрите, молоты 21 ранга просто пролетают, ничего не замечая, и сносят все на своем пути. Вот, единственное успокоение для меня было, что я уже на его базе орудую и сношу ему штаб, а он только подъезжает к моей базе. Вот. И у меня только два Ягуара, и дозаказ хорошо работает с трех заводов. Так, ну что, смотрим. Вот они, молоты на голде. Я производство голдовые включаю, техники. Смотрите, сколько молотов, они все пытаются снести штаб. Молоты пытаются снести штаб, ягуары пытаются снести молотов. Смотрите, они просто каменные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ягуаров, пять ягуаров не могут снести молотов. Почти фуловых ягуаров. Хорошо, дозаказ работает. Но штаб он мне снес. Я, значит, постепенько его добиваю. Вот. Я, значит, его добиваю. Добиваю потихоньку. Ставлю резервный штаб. Вот. Тут прилетает вертекс. Я вообще опешил. Думаю, откуда могли прилететь вертексы, если я снес аэродром. Я ему всю базу снес. Все, у него ничего нету. Вот. И тут меня осенило, как бы, да? Либо он вот здесь, вот, либо вот здесь. Ну, думаю, ладно, у него ничего нету, он только передвинул как базу, да? У него там по-любому как бы, ну, еще не сильно все развито. Ладно, смотрим дальше. Собираю отряд. Меня здесь, конечно же, вынесли. Вот. Жду хамелеона. А пусть до четвертого штаба. Вот хамелеончик пришел. И на пятерочку, да. Выхожу, значит, в наступление. Выхожу на позицию. Вот иду туда заказик. Иду в наступление. Включаю хамелеон, все как положено, потому что вертексы. Вот. И вот тут тоже интересный момент такой, да? Мне бы, конечно, бы вот сразу вот сюда заглянуть. Нет, меня понесло вниз. Мне нужно, значит, добить вот это здание. Вот мне нужно добить вот это здание, оказывается. Ну ладно, смотрим, что получится. Добиваю здание. Так,
Вот отряд отправляю. Одного, значит, отправил наверх и сюда отправил. И что мы здесь видим? Вертексы и стенки. Ну все, дома. Теперь я точно знаю, на каком-то холме. Так, здесь вот меня пушка накрывает, ракетка накрывает. Здесь у меня готовится еще один отряд. Вот я их сейчас вместе соединяю. Так, вот, вместе соединяю. Вертексы тут орудуют. Хамелеона почему-то вынесет правил, не знаю почему. Так, вот здесь пытаюсь его, значит, выбить. Заезжаю на хор. И я просто в шоке. Смотрите, у них здесь еще одна полноценная база. Вот реально. Чувак за бой построил две полноценные базы. Строитель от бога. Или просто купил пак строительный. Так, ну, здесь он меня благополучно добивает, прилетают молоты и все. Ну, думаю, вот это номер. Да как так-то? Что ж такое-то? Здесь у меня еще один небольшой отряд. Три ягуарчика. Опять я здесь закатываюсь. Вот, сношу ему. СД-шечку вовремя закатил, СД-шечку снес. Сейчас бы он опять стенками оградился. И не знаю, что из этого дальше получилось. Я на синих бустах. Золотых мне уже жалко. Да, думаю, что тут осталось-то добить, и все как бы, ну. Что я бусты буду переводить? Вот, и так нету их, этих бустов. Покупать приходится каждый раз. Да заказ уже прям прямиком сюда поставил, на его сторону. И все, и тут я уже тупо его просто добиваю. Ну, думаю, на холме сейчас снесу здание, и все. Вот, ну, что вы думаете? Здесь, оказывается, стройдвор. Ну, думаю, куда ты отстраиваешься? Все, уже проиграл. Нет, чувак отстраивается. Так, здесь у меня, значит, добиваю его. Спускаюсь пониже и вижу еще один стройдвор. Думаю, да как так-то? Ты чего там, ко мне собрался, что ли? Отступаю, хамелеон, потому что садится. Жду, когда зарядится хамелеон. Тут у меня еще небольшой дозаказик пришел. Опять я, значит, закатываюсь аккуратненько, не торопясь, думаю, все равно я его убил. Вот. Еще и молот прискакал откуда-то. Вот. Здесь я тут тоже добиваю и замечаю стройдвор. Ну, думаю, да что ж такое-то, а? Этот стройдвор я добиваю. Вот. Здесь я, значит, добиваю. Так, все, здесь добил. Еду, значит, сюда. Смотрите, он здесь базу отстраивает. Вот, не имется, думаю, а? Ну, и здесь я просто его сношу. И все, и здесь уже победа. Вот такой вот бой, друзья. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.